Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardest Info. Я вам покажу, как на устройстве Vivo T2 Pro вставить сим-карту или же CD-карту. Скажу вам сразу, здесь находится слот для сим-карты снизу, обычно он на левом в стороне телефона, но здесь он, на удивление, находится снизу, наверное, из-за данных вот углов, как бы, нашего телефона. Вот экран у нас идет такой угловой, как бы, да, сглаженный. Вот здесь есть такая вот, как бы, емкость. Берем вот такую иглу, скрепочку, или же там обычную иглу, и здесь открываем этим ключиком данный слот. Да, слот у нас здесь находится, выдвигаем его также ключиком. Он выпрыгнул у нас, кстати. И видим, что у нас здесь в этом слоте можно вставлять две сим-карты. Вот сим-карта 1, давайте сфокусироваться, да. Так, давайте, ладно, давайте. Вот сим-карта 1 и сим-карта 2. Видим, что у нас такое. Вот так вот. Не видно так далеко, да, хорошо. Вот так хорошо прям видно. Сим 1, сим 2. Можем вставить здесь две сим-карты и вставить, конечно же, это все обратно. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.